Вы обратите внимание, что сегодня, вот, когда значит, экстренное заседание парламента, внеочередная как бы, сессия была, там пришли люди митинговать, представители гражданского общества, наша партия была с требованием отставки Зубко. Все видеокамеры снимали, брали интервью. Никто ничего не показал. Это говорит о том, что все средства массовой информации Альянса не заинтересованы, чтобы люди знали, что реально происходит в стране. Знали, что во время заседания парламента социал-демократы не забоялись, вывели народ, встали перед парламентом. То есть они просто это не показывают. И у людей складывается впечатление полного вакуума в стране, что никто не борется с этим Альянсом. А достаточно всего лишь не показывать, что нет никакого сопротивления, нет никакой борьбы. И у народа сложится мнение полной обреченности. Я обращаюсь ко всем. Никакой обреченности, по крайней мере, у меня нет, и у вас не должно быть. Мы должны все друг друга начинать узнавать, друг друга начинать фиксировать, что мы единомышленники, собирать силы и нанести сокрушительный удар по этому Альянсу.